Так, двигаемся дальше. Что у нас? Здесь, по-моему, у нас ничего нету. Больше. Мы посмотрели. Что же нас теперь ждет впереди? Джозефа жалко, правда. Очень жалко. Но, кстати, также и до конца и непонятно, даже после прохождения оригинальной игры, что же случилось с Джозефом на самом деле. Колокол. Они идут на звук колокола. Так, и что же это за колокол такой? Пожалуйста, пусть это будет Лесли. Да, да, пускай это будет Лесли, а то уже чего-то затянулись его поиски. Нужно добраться до него. Так. И у нас тут куча одержимых получается. Давайте посмотрим, что у нас. Так. Ну тут. Тут тупик. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Нужно спрятаться. Так, здесь у нас какой-то проходик. Давайте посмотрим. Опа, опа, опа. О, нет, опять эта слепая тварь. Так, 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 так. Бутылочку взяли. Давно мы не виделись. Еще бы столько же не виделся. Так. Но у нас здесь, походу, ничего такого интересного я не вижу больше. О, еще одна. А что, не перелезть? Ой-ё, ко мне идет. Черт, 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 черт. Так, она взорвалась, да? Да. Хоть мешать не будет. Так, 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 так. Давай, иди сюда. Ну ладно. Не хочешь взрываться, как хочешь. Ну уйди. Что ты нам здесь интересного покажешь? Здесь я пока ничего не вижу. Так, есть топорик. Содержимое ходит еще и с факелом. Блин. Ай, как ты меня увидел? Ой, сколько вас тут? Где тут выход-то вообще? Жесть. Что-то я заблудился. Отвали. Беги, 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 Кидман.
Как лятая темень. Офигеть, целая куча. Воу-воу-воу-воу-воу. О! Ага, еще и контрольная точка. Отлично вообще. А это что? Так, а у нас здесь была контрольная точка, да, получается, и... Ха. Все устаканилось, походу. Так. Тот самый колокол, он отвлечет их внимание от ворот. Так, у нас есть бутылка и топор. И сюда, я здесь где-то что-то провалился куда-то. Можно, кстати, будет... отвлечь, кого-то позвать. О! Мадам там. Ой, она... Блин! Надо ж так. Ой-ё. Давай-давай-давай-давай, Кидман, беги. А-а-а. Полная жесть. Блин, вообще ни черта не видно просто. Помогите. Помогите. Он здесь. Кто здесь? Давай, залазь. Что, все утихло? Очуметь, просто очуметь. Так, нам нужно позвонить будет в колокол. Так, а здесь что у нас? Там вон чувачок ходит. Ходит, бродит. Так, как бы это сделать? Давайте. Надо его отвлечь. Бутылочкой, наверное. Так, 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 так. Нет. Да чтоб тебя! Жесть какая-то. Отвлек, блин. А-а-а! Блин, они с факелами с этими. Факелы, как мы помним, с оригинальной части. Убивают, по-моему, почти чуть ли не мгновенно. Так. Прыгивай. Оп. Бегом, 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 бегом.
далеко. Блин, он близко. Так, надо как-нибудь провернуть это дело. Надо его зафигачить. Оп! Отлично. Фу. Так, возьмем еще топорик. Давайте посмотрим, что у нас здесь имеется. Так, Лесли там все на помощь кричит. И нужно, короче, отвлечь этих остальных, получается, ударив колокол. Теперь как бы это провернуть. Блин, жалко не сохраниться. Давайте. Все равно ни черта не видно. Давайте попробуем. Так, теперь надо как-нибудь, я не знаю, по низу-то они пойдут. Блин, их вообще не видно. Где они, что они? Так, так, не кричи, Лесли, не кричи, я уже близко. Лесли, все хорошо. Опасность миновала. Можешь меня впустить? Миновала? Опасность миновала? Ранен, ранен. Нет, нет, он здесь. Черт, повезло. Наконец-то я тебя нашла. Ты не ранен? Он все сильнее. Не уйти. Лесли, все будет хорошо. Церковь, церковь. Как же нам отсюда выбраться? Церковь? Ладно, пошли. Не отставай. Я защищу тебя. Наконец-то, Лесли, дружище, мы тебя нашли. Сколько можно-то было бегать за тобой. Так. Ну давай, Лесли, веди. Что ты там говорил, церковь? Он показывает пальцем. Что там такое? Блин, я уж подумал, Лесли завалила. Конечно, играть в кромешной тьме это жестко. Просто жестко. Так, куда ты показываешь, Лесли? Почему я фонариком не могу приблизить? Странно. Куда ты там показываешь? Воу-воу-воу-воу, Рубик! Что за... И что изменилось?
Так, Лесли, что ты мне скажешь? Просто. Напуганный больной мальчик. Так, давайте здесь посмотрим, что там еще есть. Чтобы не пропустить ничего. О! И это последний, да? Отлично. Так, и головоломочка такая несложная. Так. Наверное, так. Так, так. Отлично. Последний фрагмент, друзья. Наконец-то мы почитаем, что же там нам пишут. Так. Так, перевернуть ее надо. И... О, да. Порванное письмо. Я почувствовал это в тот самый момент, когда Марселла включил аппарат. Он извлек мой разум из его сердцевины. Решил, что нашел способ меня обойти. Глупец. Мозг — это всего лишь сосуд, а мое сознание — вездесущее. Я вижу все. Их воспоминания, их мысли, их страхи. Стянув воедино множество людей, я поглощу их всех, начиная с самых слабых. Каждый разум наполняет меня силой. Грань между моим миром и так называемой реальностью расплывается, чем дальше, тем сильнее. И это, походу, письмо Рувика, да? Больше похоже на слова Рувика. Вот. Так, а это мы не откроем? Нет, не открыть. Ну, давайте двигаться дальше. Отлично, друзья. Мы нашли все. Это радует. Просто радует. Все письма. Так, идем, идем, Лесли. Скоро мы выберемся отсюда. Так, снова какое-то большое пространство. Так. Здесь у нас тупик. А, он дорогу показывает. Видишь, Лесли? Мы почти пришли. Осталось чуть-чуть. Так, 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 Лесли, Лесли, не спеши, не спеши, а то ты опять убежишь сейчас, потом опять тебя искать. Экс. Что-то до боли знакомое место. Опа. Циферка какая-то. 7, 5, 14. Записка. Хм. Какого дьявола? Что за шутки? Ну я понял уже, Лесли, что туда. Давайте почитаем. В 5 мор поразил наше стадо. Он унес много жизней. В 7 мать пришла в лоно церкви. Этот символ отпечатался в ее душе. В 14 я сбежала. Оставила записку, что отправляюсь на небеса. Так, я понял. Статуэтка, да, какая-то? А, ну статуэтку нам не взять, получается. Я так понимаю, нам надо найти статуэтки. Только где их искать? 3 штуки целых. Целых 3 штуки. Жесть. Воу-воу-воу.
Что это? Черт. Лесли, прячься. И не высовывайся, пока я не позову. Жесть. И кто это здесь у нас? Такой. Рычал. Хотя что-то до боли, я говорю, знакомое место. Больше похоже на место. Помните, мы за Себастьяна играли с Джозефом здесь. Джозеф нас со снайперской винтовкой прикрывал. Мы здесь против братьев-великанов, близнецов. Воевали. Я не помню, как их там, Зик и Хейн, по-моему, или как-то так их зовут. Вот, если они сейчас вылезут, это будет жесть, просто жесть. Так. Так, здесь у нас ничего нет. Да, вот эти лошади. Да. Вот, кстати, статуэтка первая. Крылатая статуэтка. Фигура с распростертыми крыльями. Именно так на самом деле выглядит статуя на рынке. А. Которую мы подсвечили. Наверное, можно сказать, что я рано начала. Я пробиралась на кладбище, выкрадывала оттуда статуи и прятала их. Хотела, чтобы люди думали, что они прокляты. Но каждое утро они снова оказывались на своих местах. А, мы все еще в этих воспоминаниях. В воспоминаниях Кидман. Так, ну давайте. О, еще. Статуя с головой быка. Такая фигура с бычьим черепом вместо головы появляется в кошмарах Кидман. Это не к добру. О-о-о. Точно не к добру. Я не удивлюсь, если такой монстр будет. И с ним придется воевать. Так, ну понятно, эта дверь закрыта, это уже было видно. У этой фигурки сложены крылья, а за ее спиной возвышается распятие. Статуэтка с крестом. Воу-воу. Я решила, что с меня хватит. Когда я поняла, что смогу выжить в одиночку, я ушла и больше не возвращалась. Блин. А что за рябь такая? Воу-воу-воу-воу-воу. Блин. Можно, кстати, открыть, смотрите. Че, попробуем открыть? Так. Давайте попробуем. Была, не была. Фу. А? Вот один из великанов этих. И все, что ли? Блин. Я-то думал, что-то интересное будет. Это просто как такая страшилка, наверное. Думали, нас напугают. Не тут-то было. Так, ну что, давайте поставим статуэтки. Так, что там написано? В 5 мор поразил наше стадо, он унес много жизней. В 7 мать пришла в лоно церкви, этот символ отпечатался в ее душе. В 14 я сбежал, оставив записку и отправляясь на небеса. Так,
14. Здесь получается, она отправилась на небеса с крыльями, да, получается, статуэтку. Ставим. В 5 стада там что-то. Это, наверное, получается вот это. И логически с крестом вот это. Да. Да, да, да. Идем, церковь совсем рядом. Там не так опасно. Да мы просто умники и умницы. Оп. Спасите, спасите. Черт побери. В смысле, черт побери? Что за музыка-то? И что за жесть? Уё! О! Отвали, отвали, отвали от меня! Нифига, он просто голову так нам размазал. Так. Оп. Давайте посмотрим. Это, кстати, есть вот один из братьев великанов, про которых я рассказывал. Ну и где он? О, идет, идет. Ну давайте посмотрим. Куда нам... Как он ходит и куда нам вообще бежать? Ну я думаю, что нам надо прямо. Потому что... Так, 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 пока он там спиной к нам стоит. Давай, 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 Кидман. Вон ворота вижу. Так, я слышал. Он там зарычал. Фу. Не пытайся даже, ты не пролезешь. Иди гуляй, Вася. Разочарованный такой пошел. Все, Лесли, не бойся. Все хорошо. Даже картошка есть. Пойдем. Пойдем. Так, 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 Лесли, не убегай, не убегай. Так, вот она церковь, но давай-ка посмотрим, что здесь есть, что у нас здесь нету. Ну, в принципе, здесь я ничего не вижу. Здесь у нас, в принципе, тоже ничего нет. Ну, давайте отправимся в церковь. Тронет, тронет. Тронет, тронет. Все хорошо, я здесь. Никто тебя не тронет. Не убегай от меня. Один ты не выберешься. Он здесь. Рувик, что тебе от меня нужно? От тебя? Я просто хочу убедиться в том, что ты делаешь свою работу. Как и я. Вряд ли им нужен порченный товар. Назад. Он пойдет со мной. О, надеюсь. Ты без меня знаешь, каковы будут последствия в случае провала. На этого паренька рассчитывают не только твои люди. Без него ты не выберешься. И я тоже. We're all...
Мы все их пешки. Нами можно пожертвовать. Они убили меня. Разорвали меня на части и забрали то, что им нужно. Я уничтожу то, что они рвутся контролировать. Рувик? Прекрати! Отпусти его! Он моя оболочка. Я управляю им. По-моему, тут конфликт интересов. В чем именно заключалось твое задание? Думаешь, их всевидящее око здесь ничего не разглядит? Они следили за тобой, Кит. Что ты делаешь, Кит? Ты должна вернуть нам этого паренька. Нет, не могу. Если я выведу Лесли, вместе с ним явится и Рувик. Мы не знаем, на что он способен. Я не могу этого допустить. Ты присягнула в верности, и ты не имеешь права принимать такие решения. Подобное поведение недопустимо. Ты приведешь нам этого мальчишку. Бегай сколько хочешь, Кит. Тебе не спрятаться. Мы выследим тебя, как и всех, кто становится у нас на пути. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Вернись, Кит! Закончили работу. Ты куда-то в другую сторону побежал. Воу-воу-воу! Давай-давай-давай-давай, Кит. А не ускориться, да? Нельзя ускориться. Что за нафиг? Хватит играть, остановись. Воу-воу. Куда бежать-то? Нет, стойте. Не подходите ко мне. Давай, Кидман, беги. О, черт. О! Жесть. О-о-о. Я куда бегу-то? Где выход? Ай-яй-яй, контрольная точка. Так, в какую сторону, куда? Ну что-то остановилось-то. Мы не позволим тебе своевольничать. Ты будешь делать то, что тебе приказано. Ай! Воу-воу-воу! Кит, вернись. Ты приведешь нам этого мальчишку. Ну что, друзья? Вот, собственно, и все. Игра пройдена. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, оставляем комментарии под видео. Вот. А продолжение этого DLS-а будет в следующем DLS-е. Вот. Как-то прозвучало. И я надеюсь, будем проходить тоже на Кураяме, на полной сложности. Ну что, я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока-пока.